143 тысячи рублей удалось собрать по итогам благотворительного забега. Фонд «Дэнсан» вместе с Минспортом Республики и администрацией Каспийска организовали акцию «Бег ради жизни», в которой приняли участие около 400 человек. Сумма взноса составляла 100 рублей, а все вырученные средства пойдут на лечение двух тяжелобольных детей. 73 тысячи 214 рублей мы переводим маленькому Амиру. Все, сбор завершен. Амирчик может пройти свое лечение за счет нашего благотворительного забега. Забег поддержали и именитые спортсмены. Участники акции стартовали с Санжи-арены, а финишировали в парке имени Халилова в Каспийске. Победителям и призерам среди мужчин и женщин вручили кубки, медали, грамоты и другие ценные подарки. Награды вручал глава Каспийска Борис Гонцов. По завершению забега волонтеры фонда угостили всех участников и гостей мероприятия горячим пловом. Спасибо, что держите себя и воспитываете в своем лице молодежь в духе спорта, в духе здоровой физической культуры. Конечно, огромное спасибо всем организаторам, благотворительному фонду, ну, конечно, всем участникам. Почаще нужно организовать такие мероприятия, чтобы люди объединились. Уверен, что такие акции послужат развитию массового спорта, развитию спорта, чтобы люди, народ был более физически, духовно развитый и крепкий, чтобы мы всегда могли поднять и прославлять город Каспийск, Республики Дагестан на всех мировых аренах.